сейчас приготовим ребенку завтрак. Нам понадобится следующее: одна сосиска, один кусочек сыра и одно яйцо. Сосисечку мы сейчас обжарим, потом в нее добавим наш сырок, чтобы он немножечко размяк. Но перед этим нужно будет приготовить яичницу. Готовить будем на постном масле. На раскаленную сковородку поместим немножечко постного масла. И дальше будем обжаривать нашу сосиску. И все это дело накроем крышечкой. Не такой, надо чуть побольше. Крышечку. Обжариваем на слабом огне. Немного проворачиваем все это дело, чтобы она у нас вот так вот подрумянилась и стала такого зажаристого цвета. А потом будем готовить идеально правильную яичницу, которая у нас должна быть вытекающей, как любит ребенок. Итак, после того, как сосиска у нас уже готова, вынимаем ее, поскольку она у нас сейчас горячая, надо ее аккуратненько надрезать. И в получившийся надрез аккуратно вставляем наш сыр. Далее нам нужно взять для ребенка обязательно домашнее яйцо от курочек. Оно вот такое вот грязное, но мы его промоем перед тем, как обжаривать и разбивать. И вот такое помытое скорлупа у нас. Надо вытереть, наверное, чтобы не капало. С рук тоже, чтобы не капало. Разбиваем аккуратненько на слабом огне. И помещаем наш хот-дог из сыра тоже на сковороду. И теперь вот такая вот штука у нас получилась, которую нужно накрыть. Сервировать мы будем вот такую кирину тарелочку. Для украшения сервировки нашей тарелочки будем использовать уже видавшую виды штучку, которая нарежет нам аккуратную спиральку, которую очень любит резать Ира. Ну, буквально немного огурца.
самую малость. Для того, чтобы сделать красоту. Теперь нам надо достать наше готовое блюдо. Положить его аккуратненько сюда. Ну и соответственно наше яйцо, которое должно вытекать. И вот такой полезный завтрак ребенку готов. Завтрак у нас должен быть абсолютно калорийным, потому что он у нас идет на целый день. Задает нам тонусу, так сказать. А ребенки, они очень любят такие завтраки, потому что у них еще впереди целый день, где можно бегать, отдыхать и гулять. Всем приятного аппетита, запасаемся вкусняшками и идем есть. Ставим лайки, подписываемся на канал и оставляем комментарии.